мы представляем спортивные секции нашего училища. Вот их у нас сколько. Гимнастика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, шахматы, шашки и теннис настольный. Ну и, конечно же, королева спорта – это легкая атлетика. Наш девиз – ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Здравствуйте, студенты. Здоровья в порядку? Спасибо, в зарядці. Буду всіх вас оглядати. Хто стоїть, прошу стрибати. До команди прислухайтесь, виконати намагайтесь. Тож вдихайте. Благодарим участников, организаторов. Всем огромное-огромное спасибо. И хотелось бы, конечно, чтобы эта ярмарка-презентация стала у нас традиционной. Всем огромное спасибо. Кто хочет получить какую-то дополнительную информацию, ребят, могут подходить к информационным столам. А сейчас минута награждения. Диплом участника ярмарки презентации вручается науковому студенческому кружку «Внутренняя медицина». Диплом участника презентации вручается науковому студенческому кружку «Основы медсестринства». Ребята, основа медсестринства. Диплом участника ярмарки презентації получає акушерсько-гінекологічний науковий студентський гурток. Диплом учасника ярмарки презентації вручається педіатричному науковому студентському гуртку. Диплом учасника презентації вручається анатомічному науковому студентському гуртку. Анатомічні, ребят. Диплом учасники ярмарки презентації вручається науковому студентському гуртку «Фармація». Диплом учасника ярмарки презентації вручається хірургічному науковому студентському гуртку. Диплом
диплом учасника ярмарки презентації отримує циклова комісія фізичного виховання. Отримайте диплом, дівчата. Спасибо всім огромное. Все, наше.